Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. У богатого всегда больше возможностей стать жертвенным и великодушным. А как быть тем, кто еле-еле сводит концы с концами? Зависит ли жертвенность от уровня жизни? Нам, бедным, кажется, что у богатых больше возможностей. И вроде бы так и есть. Но по факту получается, как правило, наоборот. Чем человек Богаче, чем больше средств у него введено в бизнес или в э, предметы, свидетельствующие о его богатстве. И он, может быть, и обошелся бы и без бизнес-джетов, и без яхт-пароходов, и каких-нибудь статусных символов богатства, но не может, потому что он не будет в тусовке людей в которые входят только люди с яхтами пароходами э -э, дорогими автомобилями и э -э, другими материальными средствами свидетельствующими о том что ну с тобой можно вести дела вот видно да ты человек состоятельный конечно такой несколько э -э стереотип стере 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 где-то из 90-х, может быть, еще идет, или там с нулевых. Но он работает, между прочим, работает. Вы же говорите сейчас не о тех единицах, которые уже становятся выше всех этих репутационных материальных средств, и которые могут спокойно ходить себе в в стиле casual ездит на простых автомобилях но правда бронированных вплоть до зеркал дальнего заднего вида часто вся такая напускная Простота, она <связь>, далеко не, просто, не проста и весьма недешево. Но не суть. Давайте вернемся суть, к людям, как нам кажется, состоятельным, и нами с вами. Во-первых, я знаю достаточно количество состоятельных людей, которые жертвуют огромную сумму на лечение детей, домам, детским домам, домам престарелым. На нужды многодетных семей финансируют фонды пролайферские, которые занимаются борьбой, или нет, как правильно сказать, там, помощью людям, которые хотят совершить аборт, чтобы него не совершали, храмом, целым епархиям. Но они просто об этом не трезвонят на каждом углу. Есть, конечно, такие, которые хотят получить какой-нибудь медийный гешефт из всего того, что про... делают. Но большинство из них помогают молча. Я сам был свидетелем неоднократно помощи людей которым завидуют местные горожане сельчане вот, которые с точки зрения там, этих же горожан и сельчан люди состоятельные и, и жадные и скупые но я вижу их деятельную помощь которая не просто на каждом углу не говорят бывает эта помощь равняется сумме практически равняется сумме годового дохода а их на них все смотрят, сукаризны. Вот, вот они могут быть щедрыми, благодушными, вот какой автомобиль у них, какой дом они грох, грохали. вот нет, чтобы другим помочь. Понимаете, нам же ж завистливым людям бывают люди бедные и независтливые. Бывают бедные или даже не сильно бедные, там худо-бедно состоятельные, но жутко завистливые. Им хочется. Ж чтобы другой состоятельный человек ходил в лаптях, ездил на телеге, не имел никаких магазинов, ларёчков, предприятий, вот чтобы просто был нищим, вот и тогда ему будет спокойно. Ну вот, вот, вот хорошо теперь, да, вот пусть теперь, вот видно, что человек все раздал. Как-то в нашей голове вот, не складывается в том, что если человек пожертвовал, допустим, миллион на нужды детского дома, то он при этом имеет полное право и машину себе купить за миллион или даже за два. Хотя сейчас за два миллиона, по-моему, даже не всякий отечественный автомобиль купишь. Но тем не менее, мы все равно будем завидовать до конца дней своих к тем, кто не дает абсолютно все со своего дохода и при этом об этом не говорит. Обязательно надо, чтобы он говорил на каждом углу. А еще лучше, чтобы он этот миллион дал тебе, а не каким-нибудь э, бедным деткам. Или уж тем более на храм. Э, знаю людей, которые ну, просто до да, скрежета зубов э, говорят с ненавистью о людях, которые жертвуют деньги на храм. Прямо им говорят, что в очень нелицеприятной форме. Э, э, ты что Зачем вообще даешь? Лучше для себя пожил. Ты знаешь, вот все они там тра та та тра та та тра та та Вот сами знаете, как, как что про нас говорят периодически. Вот. это то, что действительно храм строится или восстанавливается, покупаются именно то, на что деньги были пожертвованы этим человеком. Этого внимания не берется. Все равно многим противникам пожертвований на храм, кажется, что эти деньги однозначно пойдут на 35-ю яхту для настоятеля. Сколько там чеков не показывай, это их не убедит. Поэтому, может быть, с собой побороться, вот эту внутреннюю гнильцу из себя надо изъять, а не думать, что все состоятельные люди только в себя богатеют как об этом говорит Евангелие. Поэтому вот этот рассказ, что больше возможностей, вот с одной стороны да, а с другой стороны не всякий же человек состоятельный, он еще сострадательный. Многие пришли к большим деньгам через огромные страдания, и их сердца могут быть лишены какой-либо эмпатии. Они могут быть грубы, черствы, и Бездушные. Бывает такое. Ну, это очень тяжело до них пробиться. То есть они везде во всех людях видят э, людей, которые хотят просто поживиться. И так часто бывает. Нам состоятельный человек не интересен сам по себе, нам интересен постольку, поскольку может нас-то кормить, устроить какой-нибудь праздник, э, с которым можно покумоваться попросить, чтобы стал крестным нашим, вот хоть какие-то подарочки солидные будет детям привозить раз в год. Ну, попросить, чтобы репостнул тебя в своих сетях-миллионниках. И грубеют люди со временем, когда видят даже в самых близких людях желание чем-нибудь от тебя поживиться. То есть мы вот Состоятельных людей, когда-то весьма щедрых и радушных, мы их превращаем вот, в циников, в людей с черстыми сердцами. Ну так оно и есть на самом деле. что -то что придумывать. Мы состоятельных родственников любим намного больше, чем несостоятельных. Ну, есть то же делать, которые еле-еле сводят концы с концами. Да, вы не можете жертвовать большие суммы. Для вас 100 рублей, которые вы можете кому-нибудь отдать, это третье от вашего дневного пропитания. Ну, если считать, допустим, пенсию 12 тысяч или зарплату там, 1015 Очень распространенные пенсии по стране, очень распространенная зарплата в провинции это средняя цифра на самом деле. И под пожертвовать 300 рублей, это значит, день ничего не есть. И ты вот думаешь, вот, а что мы 100 рублей сделают? Ну, я вас уверяю, как те священники, которые занимаются активной деятельностью в соцсетях, которым ты присылаешь на какую-нибудь на какой-нибудь сбор свои 100 рублей, вот массовостью сборов могут творить великие дела могу привести множество примеров, когда сотни людей присылают по 50, по 100 рублей, получается огромная сумма, которую ты можешь купить квартиру по горельцам. Опять где-нибудь в деревеньке, где в где-нибудь небольшом городочке, там все-таки цены не московские, там, или помочь... Э дома престарелых. То есть полностью закрыть все их нужды, которые не может закрыть тем или иным причинам государство, потому что вот те вещи, которые тебе нужны, нету в списке, который может позволить государство тебе приобрести. То есть как бы деньги есть, но не на все. какие-то принципиальные вещи есть. А чтобы украсить, допустим, стены дома престарелых какими-нибудь картинами или пледики какие-нибудь красивые купить уже нету. А там, там 100 рублей, там 100 рублей, глядишь, вот тебе 50 пледиков купили. Ну, здорово же, здорово. Поэтому даже 10 рублями, которые ты можешь перечислить на карточку каких человека, который занимается сборами, которыми доверяешь, это уже э, вот твоя э, песчинка, которая сдвигает горы. Опять же, если вообще. Ты школьник, студент, у тебя вообще денег нету. У тебя не то, что на 12 тысяч доходов в месяц, у тебя и тысячи рублей доходов в месяц нету, ты учишься, помочь хочешь? Волонтерство, ну, если свободное время, помогай деятельностью. покорми бездомных на вокзале с каким-нибудь церковным проектом, помоги в тоже информационном пространстве, распространи. Весть в своих соцсетях, если у тебя их несколько, и <laughs>, какое-то количество подписчиков весть адекватная, бедный человек всегда может помочь. И Господь, видит твое намерение и твое усердие, не оставит тебя голодным. Ибо всякий труждающийся достоин припитания. И вот если быть то лягушечка, которая взбивает молочко в сметанку, сметанку в маслице, то ты выскочишь из этого кувшина бедности и станешь человеком, пусть и небогатым и состоятельным, но во всяком случае будешь жить вполне себе сносно. Главное не лежать себе на диване и проклинать всех, кто не хочет тебе помочь, а делать свое дело с усердием, постоянно, качественно, как для Господа Бога, как говорит апостол Павел, и ты не останешься без куска хлеба, а то еще с маслицем, не в сегодняшнем дне, не в завтрашнем. Помоги все нам, Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.